Бонни и Клайд. По-уральски в Екатеринбурге начался громкий процесс по делу об ограблении веком, который расследовали 5 лет. На скамье подсудимых парочка влюбленных. Их обвиняют в похищении 170 миллионов рублей со счетов клиентов банка, где работала женщина. Как оказалось, чувства любовники сохранили и в радости, и в горе. Екатерина, вы любите Александра? Отвали. По материалам дела до суда парочку довел преступный путь, на который они ступили еще в 2010 году. Екатерина Ипатова тогда работала в банке с юридическими лицами. Со своим новым знакомым, предпринимателем Александром Ивановым и еще двумя подельниками, считает следствие, они задумали аферу даже не на миллион, а на десятки миллионов рублей. Главную роль отвели Екатерине. Она копировала данные счетов клиентов банка, чтобы потом с помощью ноу-хау банды, специальной программы, перевести с них деньги. После этого подозреваемые в мошенничестве сделали ноги. Ипатова и Иванов, в частности, спрятались в Петербурге. Девушка даже изменила внешность, чтобы ее не узнали. На след парочки сыщики вышли лишь 3 года спустя. Вот большую часть астрономической суммы найти пока так и не удалось.